Сильвия Берлускони прочит неудачу Пьерлуиджи Берсани в создании коалиционного правительства Италии и сплачивает ряды своих сторонников на случай новых парламентских выборов. В субботу неутомимый Кавальеро выступил на многотысячном митинге в центре Рима. Он раскритиковал своих соперников-левоцентристов, так и не позвавших его в большую коалицию, и пообещал: если по той или иной причине Берсани и его демократическая партия, получив мандат на формирование кабинета, все же сделают смехотворную попытку создать правительство меньшинства и преуспеют в этом, то пусть имеют в виду, что мы составим им очень сильную оппозицию. На площади Санти-Апостоли, недалеко от площади Дель Пополо, где расточал красноречие бывший трижды премьер, его противники требовали закрыть для Берлускони двери парламента и довести до конца открытые против него судебные процессы. «Мы хотим быть уверены, что такой человек, как Берлускони, со всем грузом висящих на нем уголовных дел, не сможет больше избираться в парламент. Манифестанты считают, что избрание Берлускони в Сенат противоречит Конституции Италии. 76-летний медиамагнат проходит фигурантом сразу нескольких дел, в том числе и по обвинению в интимных отношениях с несовершеннолетней. А 3 недели назад прокуратура Неаполя начала еще одно расследование в отношении Берлускони по обвинению в коррупции.